подумать, понять, постараться почувствовать, что все, что мы чувствуем, хисароны, пустоту, заботу, и все, что мы вообще ощущаем, это результат разбиения кли, которое было до нас, кли Адама Ришона. И поэтому только благодаря все больше, более усиливающемуся объединению между нами мы можем исправить все состояния, которые мы проходим. У них нет никакой другой возможности в этих состояниях успокоиться, исправиться, кроме как благодаря тому, что мы стремимся к объединению между нами все больше и больше, более внутреннему, что мы не оставляем, что мы понимаем, что мы чувствуем, что все, что нам представляется как негативное, пустое, возбуждающее заботу, боль, все, что есть, в общем, из-за того, что мы не можем установить связь между нами в каком-то все более и более новом виде. Поэтому давайте подумаем, что только этого не достает нам. Только этого.